Суммы задолженности варьировались от 4,5 до 24 тысяч рублей. Практически все автомобилисты предпочли сразу на месте оплатить счета за потребленные энергоресурсы. И только одна легковушка была арестована. Но приставы оставили машину на ответственное хранение ее же владелицы. Женщина пообещала, что рассчитается за электроэнергию и теплоснабжение в течение 10 дней. Иначе авто увезут на эвакуаторе на спецстоянку. После чего судебные исполнители в установленном законом порядке реализуют имущество с аукциона. Энергетики, в свою очередь, напоминают, арест авто – это крайняя мера, которой можно избежать. Для этого созданы все необходимые условия. Мы с каждым клиентом ищем индивидуальный подход. И зачастую бывает, что клиенты попадают в сложные жизненные ситуации. И мы стараемся с ними вместе выработать какие-то удобоваримые варианты платежей. Предлагаем рассрочки платежей, при котором клиент мог бы задолженность оплатить. Самое главное – это диалог, контакт, при котором клиент полностью оплатит все свои обязательства. А мы со своей стороны, конечно, будем желать, чтобы им было достаточно комфортно с нами работать.